Добрый вечер, дорогие мои девочки и мальчики! Я надеюсь, что вы уже удобно устроились у телевизионных экранов, чтобы послушать сказку на ночь. Тогда я начинаю. И сегодня рассказ называется «Орех». Устроили туристы привал на берегу речки. Пообедали, покупались. Потом грецкие орехи кто-то стал есть, и один такой попался, что никак его не разгрызть. Бросили его в траву. Ну его, и орех-то небольшой, а еще зубы поломаешь. Когда туристы ушли, белка Ленка прибежала, с дерева спустилась, не оставлено ли чего, не позабыто ли, и нашла грецкий орех. «Ох, должно быть вкусный!» – подумала белка Ленка. «У нас в лесу такие и не растут!» Схватила она орех, убежала на елку, чтобы сразу и съесть его. А раскусить не может. То за одну щеку перекатит, то за другую. И так пробует, и этак. Ничего не выходит. «Ну и орех!» – думает белка Ленка. «Как железный! Но зато, наверное, и сладкий внутри! Что же мне делать? Побегу к барсуку Пахому, у него зубы большие, крепкие!» Прибежала она к барсуку Пахому. А его дом в земле, комнат и коридоров много, и всюду темно. Еле нашла белка Ленка барсука. Он от жары спасался, в чулане сидел. «Ну, чего тебе?» – заворчал барсук Пахом. «Бегаешь, покоя не даешь!» «Да вот я орех нашла!» – сказала белка Ленка. «А он не разгрызается! Помоги мне, у тебя зубы крепкие!» «Ладно!» – согласился барсук Пахом. Взял барсук орех в зубы, раз нажал, два нажал. Ничего не получается. «Ты чего, белка Ленка, каменный орех мне принесла, что ли?» – спросил барсук. «Да не каменный он, а грецкий». «Ну тебя с твоим орехом!» – проворчал барсук. «Не буду я его разгрызать, зубы поломать боюсь». Вышла белка Ленка от барсука. Смотрит, заяц Коська идет. От нечего делать, хворостинкой помахивает. Рассказала ему белка про орех. «Давай попробую», – сказал заяц Коська. «Я, правда, траву ем, но знаешь, какие у меня зубы, как стальные». Взял он орех и как надавит на него изо всех сил зубами. «Ага, уже хрустит», – закричал заяц Коська. «Ага, сейчас я его на 100 частей раздавлю». И нажал еще сильнее. Так нажал, что зуб зашатался, и кровь из десен пошла, а ореху хоть бы что. «Придется мне теперь пломбу ставить», — сказал заяц Коська. «Плохой тебе орех попался, белка Ленка, брось ты его лучше». «Так он же вкусный-привкусный». «Ну, тогда к бобру Борьке иди, у него зубы покрепче, он деревья перегрызает». Бобер Борька на другом берегу реки был. Крота Прокопа на спине к приятелю в гости перевозил. Позвала его белка Ленка, рассказала про орех. «Попробуем, что это такое?» – сказал бобер Борька. «Попробуем». Взял он орех в зубы, покатал немного во рту и на песок выбросил. Сказал: «Не буду я, белка Ленка, твой орех разгрызать. Вот если тебе ракиту надо спилить, это я сразу. А орех не буду. У меня верхние пластинки на зубах тонкие, поломаются. Как тогда быть? Иди ты к медведю Потапу. Он твой орех сразу расколет». Ну, а чем же закончится эта история про орех,
вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас вам пора посмотреть мультик и укладываться спать. Пусть вам приснятся хорошие сны. Спокойной ночи. До завтра.